Всех приветствую, дорогие друзья, подписчики канала Agile Games, с вами Agile. Продолжаем проходить The Evil Within 2. Так, все. Я почему-то думал, у меня там остался слайд. Слайд не остался, но фиг с ним. Так, давайте сразу же сохранимся здесь тоже. Наконец-то мы теперь начнем с четвертой главы. Только на улице города появились новые монстры. Мне, конечно, нифига не радует. Так, а вот он все-таки то место, куда нам надо было дойти. А эти все равно берешь ход с системой. Там целая толпа переходит. Блять, опять эта певица, она меня уже вымораживает тут. Самое главное, убить никак нельзя, от нее надо просто прятаться. Прятаться и прятаться, прятаться. А зря я здесь пошел. Успел это не смыться. Только начинают оживать после этого нового монстра Кипра. Раньше их сколько. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Yeah.
Эй-эй-эй. Поперебил всех. Черт меня дернул. Ну ладно. Пускай хоть так будет. Дрянь. Блин, убивают только ради этого, блядь, зелья, этого зеленого геля, блядь. Может их теперь вообще фиг узнать не трогать, блядь. Опасно, блядь. Я бы их вообще не трогалось. Не давали они зеленый гель. Вот здесь в этой игре все на это рассчитано. Блять, опять эта тетя нахуй. Что у нас тут есть такое? Начинает палить, орать, и все эти, блядь, полетают.
наверху. Все патроны на эту тварь испогали. Да, тут пусто. Можно было и не заходить. Наверное, пора сообщить обо всем Кидману. Кидман, ты меня слышишь? Отлично слышу. Есть что-то? Хорошие новости. Я нашел Анила и обнаружил след, ведущий к Лиле. Отлично. Плохие новости. Юнион буквально разваливается на части. Там полно монстров и трупов. А, и тот психопат, о котором я говорил. Тот, что с невероятными возможностями. Лили у него. Я собираюсь войти в сеть, о которой ты, кстати, мне не сказала. И найти его. Прости, у нас не было времени, чтобы все тебе рассказать. Но мы не знали, что все так плохо. Здесь все как в маяке. Нет, даже хуже. Потому что в маяке не было моей дочери. Ладно, успокойся. Надеюсь, что смогу тебе помочь. Что известно об этом человеке? Мужчина. Примерно 1,80 м. Черные волосы. Похоже, воображает себя художником. Маловато данных. Это я и сам понимаю. Я направляюсь в мэрию. Свяжусь с тобой потом. Так, направляемся в мэрию. Давайте, прежде чем туда отправиться, быстренько подсохранимся. Вот и сейчас войдем в сеть. Вот тот компьютер, о котором говорила Нил. Попробую ввести пароль. Сейчас отправимся, подождите, соберем патроны, отлично. Похоже, здесь тоже все пошло наперекосяк. Может, это карта всего Юниона?
Какой же он огромный. Да, не маленький. Так, электронное сообщение. Рост Юнион. Кому? Заинтересованным лицам от агента Лей. Касательно Рост Юниона. Благодаря успешному выполнению МЮ центрами плана по вербовке Рост Юниона взорвал наши ожидания. Увеличилось производство капсул Стив, составлен и поддержан исполнительный план по решению Юниона. В связи с ростом численности населения инфраструктура Юниона должна вырасти на 50%. Помимо новых жителей районов будут созданы сельскохозяйственные, а также промышленные элементы, обеспечены новых граждан новыми рабочими местами. Как мило, бля, какая забота. Так, давайте сюда. Так, включила серверное. Так, здесь не открыть, наверное. Нет. Да, все равно жутковато лазить по этим вентиляциям. Так, а нам, по-моему, вот сюда, Б3, где мы и были. Ты не работают, да? Заперто. Пойдем дальше смотреть. Так. В данный момент активирована блокировка. Отключите блокировку, настроив нужную частоту на коммуникаторе. Ладно, попробуем. Использовать лестницу, я ж нажал, бля.
Исследовательский центр. Блокировка отключена. Система перезагружается. Черт, патроны кончились. Блять, все, что можно, все, блять, израсходовал нафиг. Отсек безопасности. Блокировка отключена. Система перезагружается. Че, опять что ли? Черт, там серьезные тети ходят. Тетя. Блять, она еще как это тварюга какая, а? Убьет же нафиг. Перезагрузка системы заложена. Да ёб твою медь, блять. Что ты, сука, как этот, блять. Как будто, не знаю, у меня рук нафиг нету. Блять. Да. Пиздец. Я уже, откровенно говоря, не знаю, стоит ли открывать ту дверь или нет. Включите блокировку, настроив нужную частоту на коммуникаторе. Ладно, попробуем. Блокировка отключена. Подождите, система перезагружается. Ожидайте. Зона отдыха. Блокировка отключена. Система перезагружается. Следовательский центр. Блокировка
отключены. Система перезагружается. Блять. Сука, блядь. Отдел безопасности. Блокировка отключена. Система перезагружается. Ну ты что, дурак, блядь? Я не знаю. Все нафиг. Я не знаю. Это пиздец. Это полный пиздец. Ладно, дорогие друзья, давайте на этом закончим. Всем спасибо, кто смотрел. Я надеюсь, если кому-то понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, Одноклассники. Всем удачи, пока.